привет, ребята! Вы на моем канале Милашка Тока. И в этом видео я вам хочу показать, как я провожу свой выходной день в реальной жизни. А то есть это будет суббота. Я в точности старалась повторить свою семью, повторить всех, кто меня окружает в субботу, повторить все и даже повторить свой дом. Не будем затягивать и уже поскорее начнем. Всем приятного просмотра, мы начинаем! В субботу я иногда просыпаюсь от того, как слышу, когда мама на кухне что-то готовит. Я встаю и вспоминаю то, что у меня в 10:30 танцы. Начинаю собираться, суетиться и иду в ванну. Я прихожу в ванну и начинаю расчесываться, приводить себя в порядок. Собственно, чистить зубы и умываться. Дальше я иду на кухню. Пока я нахожусь в ванной или в своей комнате, моя мама жарит блинчики. Потом я иду на кухню, и мой брат с моей мамой уже сидят и завтракают. Папа же в это время на работе. Мы с моим братом начинаем поливать каким-нибудь сладеньким сиропом или сгущенкой блинчики и начинаем их кушать. Когда мы покушаем, мама занимается своими делами, а я иду на танцы. На танцы я обычно прихожу со своей лучшей подругой Сашей. Там стоит уже другая моя подруга Женя. Мы здороваемся, болтаем, смешим друг друга и ждем, пока придут остальные. Потом уже подходят некоторые девочки, кого-то по субботам обычно чаще всего не бывает. И мы ждем хореографа Ксению Игоревну, потому что в ДК нам раньше никто не может открыть. Все шутят, все такие разговорчивые. Потом мы видим, что приезжает Ксения Игоревна. Все бегут ее обнимать, потому что она у нас очень хороший хореограф. И потом она нам открывает ДК, то есть Дом культуры, в котором мы занимаемся. И мы все идем на разминку. Любимые разминочки все повторяют за Ксенией Игоревной. Все ее движения, и мы, конечно же, учим новый танец к 9 мая. После танцев я иду домой и сажусь обедать. После я иду в комнату и переодеваюсь, чтобы пойти погулять с моей лучшей подругой Сашей. Мы с моей подругой Сашей гуляем по улице, снимаем тиктоки, иногда катаемся на велосипедах, всегда это происходит по-разному. К 6 или к 5 часам я уже нахожусь дома, потому что уже темнеет, и мне звонит мама и говорит идти домой. Вечером уже находятся все в сборе и смотрят фильм. Потом я иду в душ. После душа я прихожу к себе в комнату, иногда делаю уроки, если я их еще не сделала, а иногда занимаюсь просто бисероплетением. И вот так вот проходит мой субботний день. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!